Рациональное использование природных ресурсов в приоритете в «Эковерпро» нацелены на обеспечение экологически благоприятных условий для жизни общества. С целью изучения опыта по внедрению экономики замкнутого цикла предприятия посещают участники заседания межведомственной экспертной группы во главе с замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Чтобы показать субъектам хозяйствования, ответственным за реализацию целей устойчивого развития министерством и ведомством, что действительно в республике есть достойные примеры. Вот, в частности, данное предприятие, оно, хотя всего лишь с 2021 года реализует стратегию устойчивого развития, все-таки у него получилось реализовать все этапы замкнутого цикла. «Эковерпро» – одно из ведущих предприятий страны по переработке грузовых, автобусных и троллейбусных шин как отечественного, так и импортного производства. Результатом экологичной работы становится резиновая плитка, сфера применения от детских площадок до ферм. То есть все это производится с отходов шин, которые невозможно захоранивать, они разлагаются очень много лет, и практически это невозможно для применения производства в дальнейшем. Ну вот нашлись на сегодняшний день такие технологии. Современные реалии требуют от предприятий максимальной безотходности в производстве. Сохранение природы возможно лишь при мудром распоряжении ресурсами, распределении возможности переработки побочных продуктов готового изделия. Предприятие активно сотрудничает с рядом стран, в том числе Голландия и Россия. При этом не забывает о сохранении благоприятной среды для бобруйчан. Первично это уникальность заключается в самом предприятии. Все, чем мы на сегодняшний день научились работать, это пока что находится только в пределах самого предприятия. Но надеюсь, что с учетом посещения сегодняшней делегации мы сможем это распространить уже и на всю республику. Мы максимально задействуем все ресурсы для того, чтобы о нас узнали, чтобы мы как можно тоже многое узнали, и чтобы все, что мы делаем, было только на благо и эффективность. Стратегия устойчивого развития Бобруйска на период до 2035-го подразумевает экономический рост, который не наносит вред окружающей среде, способствует разрешению социальных проблем и находит баланс между экономическим, экологическим и социальным развитием. И реализация задуманного, несомненно, позволит не только повысить уровень и качество жизни горожан, но и сохранит природную среду. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.